Мухаммад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Чтобы вы знали, это он поздороваться забыл, переснимаем. Давай, начинай вот с этого. Смотри, брат, это у тебя все понятно, это у тебя маргарин. Ты мне скажи, брат, вот по сути два одинаковых ножа. Похожи, схожи между собой. Ну почему, брат, такая большая разница в цене между ними? Объясни людям, которые не понимают. Я сам это позавчера только понимать начал, брат. Поэтому не стыдно не знать. Стыдно не хотеть знать. Понял? Это мой дедушка говорил. Умные фразы не будем сейчас запихивать. Так, теперь в чем здесь вся соль? А самое главное у нас курица в клинках. То есть в сердцевине на ламинате. Тут у нас S390, авторская ТУС КИО здесь, а здесь у нас ХАП-72. И только что я одним братьям продемонстрировал, как ХАП-72 цепляет S-ку. При всем том, что я серритором ее, здесь серритор заточен, а здесь просто сведение сделано. Но здесь она все равно след оставила. Вот что такое ХАП-72, мужики. А остальное все здесь плюс-минус одно и то же. Все на максималках. Свадебные генералы. А, да, рука тоже разборная, тоже немаловажно. А так, в основном... И теперь огромная проблема вот такую сталь найти в этой стране. Все, что было, мы постарались выкупить. Вот тем более вот таких больших размеров. Скажи, вот это что из чего? Так, тоже немаловажно. Да, это у нас медь, бойстер медь. Рукоять полностью, вот со сложными радиусами, это наборная рукоять, она разбирается полностью. Тут у нас на рукояти, это палисандр Сантерс и бивень мамонта. Uh-huh. А здесь у нас что? А это у нас на сквозняке, на мертвяк, закрученная, залитая ручка, это у нас штурмовик. Это у нас макуме, зуб мамонта и бивень моржа на пиджаках. Это Крюгер постарался, он по-бодрому сердечку сделал, я не знаю, что, влюбленный, что ли. Это у нас кожа акулы, акула. А тут у нас чаракадил. Как-то так. Все, ответил на твой вопрос? Вполне. А? Вполне ответил. Всем большой пиз.